Не зря Байкало-Амурскую магистраль называют многонациональной стройкой века. Люди из СССР приезжали работать, создавали семьи, так и оставались. БАМу посвятили проект в тайшетской школе-интернате. Его курировала Елена Сабирзанова. Ей всегда хотелось чего-то нового. Проект «Моя страна, моя Россия» исполнил мечту. Вместе с организациями города создали патриотическую программу для учеников. Посещали музей истории, писали сочинения и многое другое. Так появилась уникальная книга станции «Путешествие по БАМу». Погружаясь в глубину этого проекта, много переоцениваешь, пересматриваешь и открываешь для себя что-то новое. А если ты рядом с детьми, то и дети это открывают для себя. Если мы взрослые, вот живя, родившись в этом городе, живя в этом городе, находим вот такие моменты, то, конечно, для детей это вообще очень важно и актуально. И гордость, она сама собой возникает за то место, в котором ты живешь. В рамках экспедиции в 2023 году участники отправятся в разные регионы России. Там их ждут педагоги-новаторы. В 2022 году в рамках подготовки к экспедиции состоялся конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта. В конкурсе приняли участие более 3000 педагогов из всех субъектов Российской Федерации. Экспедицию приурочили к 20-летию Всероссийского конкурса авторских проектов «Моя страна, моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все это организовали при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на базе Российского государственного гуманитарного университета. После научного путешествия издадут живую энциклопедию. Она объединит лучшую педагогическую практику. Возможность для написания статей, эссе, многих работ, которые позволят улучшить качество педагогического образования в нашей стране. В декабре участники и эксперты соберутся в Москве, чтобы обсудить будущую поездку. Все подробности на сайте экспедиция-моей-страны.рф. Дарья Пастушенко. Новости сейчас.